Дева. Что можно сказать о знаке, когда за меня все уже сказала сухая наука? Дева самый, сука, жестокий и бесчеловечный знак зодиака. По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает как раз из дев. Эта сука способна ласково улыбаться тебе, а в голове рисовать упоительную картину твоих кишок, привязанных к люстре. Выдам вам тайну, все маленькие девы в детстве планируют стать черными властелинами планеты. А когда вырастают и понимают, что въебали, становятся просто бессердечными монстроидами и отравляют своей педантичностью и любовью к закону и порядку. А корни, понятно, еще и сопляческих желаний заховать вселенную. Существование буквально каждому, кому повезет жить с девой на одной территории. Жена-дева – это та тёлка, которая заправляет тебе кровать, когда ты в 3 часа ночи встаешь поссать. Мужчина-дева – самый страшный учитель математики, какого вы можете себе вообразить. Контрол-фрики, конечно же, трахается по расписанию, потому что во всем должен быть порядок. Причин своих поступков никому не объясняет. Виной тому, опять-таки, вынесенная из детства мания величия. Впрочем, может впасть и в другую крайность. Ни в грош себя не ставит, и вообще, сука, каждодневно изображает из себя жертву и агнца, чем и заебывает окружающих до страшного. Вообще, кстати, любит сыграть на нервах близких и начать страдать на публику. Причем гадина сама обычно верит в свои страдания, отчего начинает болеть и чахнуть. В быту полезно, потому что знает и умеет множество всяких кунштюков. Выучила, пока планировала стать черным властелином. Вообще, жить с ней можно, если тотально абстрагироваться и убрать из дома оружие.